Уважаемые телезрители, телеканал АТВ представляет прогноз погоды на 22 января. Я Олег Шагданов, ваш ведущий погоды. Всем здравствуйте. Партнер программы «Центр отдыха Orange House» и ресторан «Чингисхан». Orange House представляет: путевки, все включено. Проживание, питание, прокат коньков, лыж, ватрушек, квесты для детей и взрослых. Всего от 950 рублей на человека. Звоните 577-600. Что вы знаете о Чингисхане? Как он стал великим? Какой путь преодолел? Ценить прошлое значит заботиться о будущем. Ресторан «Чингисхан». Жизнь состоит из побед. Спросите у отцов. Расскажите детям. Обновленный ресторан «Чингисхан». Ближе, душевнее и роднее, чем вы привыкли считать. Телефон 350242. По республике смещение ныряющего циклона с севера вызовет местами снег и ослабление морозов. Поземка. Ветер северо-западный, ночью слабый, днем местами до 15 метров в секунду. Температура воздуха по северным районам ночью -37-42, днем -25-31. По центральным районам ночью -33-38, местами до -28, днем -24-29. По южным районам ночью -23-28, по юго-западу до -43, днем -21-26. В столице Бурятии небольшой снег, ветер северо-западный, ночью 3-8, днем 8-13 метров в секунду, поземка. Минимальная температура ночью 29-31, днем 24-26 мороза. Романтическая любовь длится чуть более года, возможно потому, что мозг не может вечно сохранять состояние романтического блаженства. Это был прогноз погоды на ТВ, с вами был Олег Шагданов. Да, блажен, кто любит.